объединяет нашу столицу и город Большого Яблока. Ни много ни мало культурно-историческая экспозиция. В свежеотремонтированном, буквально хрустящем дворце культуры ВЭФ до 17 июня открыта выставка «Адская кухня. Нью-Йорк, Латвия». Адская кухня – это название двух явлений, если кто не знает. Первое – это когда я кашеварю на кухне. И второе – общепринятое название портового района Манхэттена, известного еще как район Клинтон. Надо, наверное, отдельно отметить, чтобы наши зрители не обращали внимания на то, что здесь сейчас происходит. Здесь сейчас происходит создание другой выставки. Она посвящена грузинско-латвийским отношениям. Но когда мы смонтируем сюжет, ее уже здесь не будет. Поэтому мы продолжаем рассказывать о нашей американской экспозиции. Наша работа непредсказуема. Только мы могли приехать на выставку, посвященную латвийцам в Америке, и попасть на грузинскую выставку, которую благополучно закрыли нашу американскую историю. И мы вот пытаемся теперь все это дело сдвинуть и показать вам, что же на самом деле выставлено во дворце культуры ВЭФ. В общем, мы тут занимаемся вандализмом в легкой форме. Так что поехали смотреть, что же там сокрыто за Грузией. Отдельным приятным сюрпризом стало то, что весь второй этаж Дворца культуры ВЭФ посвящен творчеству художника Фридриха Милта. Фридрих Милт эмигрировал в Нью-Йорк в 50-х годах и провел свою жизнь между Рижской Пардоговой и Нью-Йоркским Манхэттеном. Среди соотечественников считается личностью, в принципе, легендарной. Достаточно известный художник, который в Манхэттене работал, например, смотрителем дома. Живя в Латвии, изображал крестьянскую жизнь, приехав в Нью-Йорк, стал рисовать небоскребы. В принципе, на его картинах можно посмотреть, как сильно изменился город Большого Яблока за последние 70 лет. А в Нью-Йорке Милт творил в полуподвальной мастерской, которая со временем стала притягивать к себе всю латышскую богему в эмиграции, стала таким эпицентром. К сожалению, его творчество в Америке, оно, в общем-то, стало известно только узкому кругу людей. И только сейчас, спустя вот столько лет, постепенно, и мы в том числе, узнаем его творчество. Тут есть еще заснятые рабочие моменты, и тут уже что-то поломали. Но это, честно, не мы. Она должна быть вот так. От перфекциониста. Оп! То, что мы видим здесь, работа латышских художников в эмиграции 50-60-х годов прошлого века. Причем экспозиция включает не только полотна, но и произведения искусства и предметы из личных архивов художников. Вообще о районе «Адская кухня». Однозначно известно то, что до конца 80-х годов это был один из самых криминальных районов Нью-Йорка, поэтому можно предположить, что картины писались не благодаря, а вопреки. И еще известно, что до конца 60-х годов там заправляла ирландская банда «Уэстис». Вот там было все. Грабежи, вымогательство, убийства, в общем, полный комплект. Кстати, район «Адская кухня» для латвийской аудитории больше всего ассоциируется с творчеством Теодора Зелтенша и Линарда Тауна. И вот здесь вот есть их фотографии. Судя по всему, жили они там очень даже и неплохо. Вот, веселятся. Уехавшие из океана наши соотечественники не только круто меняли свою жизнь, но и, конечно, меняли свое мировоззрение, и, соответственно, это отражалось на творчестве. Поэтому такая выставка очень важна и очень интересна, потому что очень здорово посмотреть вот этот процесс изменения. Рекомендую очень изучить не только саму выставку, но и немного почитать про тех художников, которые здесь представлены. Вы получите огромное удовольствие.